Малина хороший медонос, постоянно ранний весенний. Если посадите, это очень прекрасный медонос. Пчелы с утра до вечера на ней постоянно опыляют, нектарчик берут. И плюс малина дает хороший азот, укрепляет землю. Земля получается очень хорошего качества. На том месте, где росла малина, земля, не надо вносить удобрения, а сама малина внутри земли всегда на корнях образуются азотистые соединения, азот. Поэтому также ягода очень прекрасна. Так что все, что хотите вы это самое посадить на вашей прапорте, сажайте побольше на вашем участке, побольше малины. Вас будет радовать ягода, пчелы постоянно летают, берут взяток. Нектар этот очень полезный, особенно и малиновый мед. Ну, его мало можно взять, если маленькая плантация, но он очень поддерживающий взяток, дает хороший результат для малых семей, особенно если вы выводите маток или еще. То есть эти малые семьи, им далеко летать не надо, они всегда берут небольшой нектар, и у них получается поддерживающий взяток, хорошо развивается. Я имею в виду нуклеусы, малые семьи, где вы выводите маток, то это очень маленькие семейки нуклеусы. То есть им очень легко здесь брать и пыльцу, и нектарчик. И, в общем, малина это, если поставили на малиновый участок, то у вас будет прекрасно развиваться пасека и матки, и все остальное. Вот села как раз классно, вот она. Где? Улетела. Улетела. Малина самый лучший нектар. Итак, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи, ждем ваших комментариев.